Привет, мой дорогой зритель. Мы сегодня попробуем начать новую игрушку. Я решила все-таки начать ее. Evil Within. И нажмем новую игру. Посмотрим. Я, если честно, очень соскучилась уже по ужастикам. Вот. Прямо очень-очень. Так, подождите-ка. Метка в центре? Метка в центре. Ну, в общем-то, да, вот так норм. Все хорошо. И что, нажать? Enter. Ух ты! Уровень сложности. Выживание будем. Выживание, чё уж там, я, знаете ли, легких путей не ищу вообще никогда. Сейчас посмотрим. На самом деле у меня курсор очень сильно тормозит на экране и в меню, по крайней мере. Сейчас посмотрим, как будет в самой игре. Русской озвучки не было. Sorry, detectives. I know you're just coming off a case, but I'm afraid we're gonna have to make a detour. Sounds serious. А где субтитры? Riot? I called one out just before I picked you up. Said it was multiple homicides. Нет, так не пойдет. Не, подождите, подождите. Вы видели, как тормозит у меня все? Прям эго-гей как. Так, где текст? Субтитры, вкл. Давай, вкл. Во. А теперь начать эпизод заново. Да. Ужасно тормозит, конечно, курсор. Это при том, что я там выключила кое-какие настройки там. Короче, все. Так, еще раз смотрим клип. Sorry, detectives. I know you're just coming off a case, but I'm afraid we're gonna have to make a detour. Sounds serious. Is it a riot? I called one out just before I picked you up. Said it was multiple homicides. Half a dozen units already on scene. 131, please advise. Hey, maybe it's the ghost of that doctor who went schizo and chopped up all those patients. That's not what happened. Some patients disappeared. Some kind of scandal? Still, gives you the creeps, doesn't it? 127, 124, please respond. Joseph, you think there's a connection? It's a possibility. I believe the records were sealed. Anyone on scene, respond. Dispatch, this is Detective Castellanos in 184. What's the situation? Over. 184, be advised. Some problem with Chimonis on the Beacon Memorial. Is there any... God damn it! Jesus! Junior Detective Kidman. Any thoughts? Nothing yet. I'm sure we'll know everything once we get there. Мы все умрем. FPS. Знаете, что мне вот это напоминает? Мне это напоминает, короче, игру, помните, такой Шорох была? Я в нее не смогла поиграть, потому что я ее скачивала уже вот недавно. Там, короче, курсор так крутился, и невозможно было играть вообще. Еще что-то глючило. Но очень похоже. Так, что тут? Посмотрим, насколько будет все тормозить. Ну, в принципе, как бы. Это мне напомнило... Ну да, третьего лица, как бы, это как в игре Пила. В принципе, конечно, играть можно.
Так, а что надо делать? Есть тут какие-нибудь... Что-нибудь вообще? Пока что, походу, ничего нет, и ничего я не могу сделать. Да, ладно. What do you see, Kidman? Rain is gonna wash away any evidence. Логично. Я так понимаю, нам надо просто тупо сейчас... Просто тупо пойти в здание и посмотреть, что там. Правильно, да, детка? Правильно? Что-то она стала тормозить что-то. Они типа меня пропускают. Иди вперед. Ну вот, пошел. Smells like blood. All right, stay sharp. Да там вообще бойня какая-то была. Don't let anyone else through this door. I can be an extra set of eyes. We don't know what's happening here. You're a backup. А вот этот вид напоминает, собственно, Outlast. Я в него тоже не играла, но я смотрела летсплей. И это прям вот... Прям точь-в-точь главный вход в Outlast-овскую больничку. Не, вообще, конечно, опасно, опасно. Кто-то живой, говорит. О, вау. Давай ищем живого. Ну и где он? Под столом прячется. Are you injured? What happened here? Can't be real. Impossible. I've got him. The security cameras might tell us something. Видели, какие у меня крутые тени, да? Вон, смотрите, какие квадраты. Ну, в общем-то, меня это не особо заботит. Довольно-таки требовательная игрушка, я смотрю. Ну, давайте посмотрим, что тут на камерах. Охрана в кого-то палит вовсю. Классно. Классно, но опасно. Дайте угадаю. Нас этот чувачок забрал в заложнички, и мы теперь висим вверх ногами, да? С нас капает кровяга. А вот и толстяк из Outlast'а, слышишь? Ой-ё. Мышь обзор, говорит. И что делать мне? Ждать, пока он там кого-то убьет? Он откромсал просто. Откромсал половину тела у кого-то. Блин, да ты чё? Да ты чё? Да ты чё? Да ты чё? А, ножик, ножик хочет, ножик. Есть, ножик схватил. Мы схватили ножик, мы схватили ножик. Ну, блин, я боюсь, что мы так просто не уберемся отсюда. Ты посмотри на этого чувака, это же кошмар. Он еще и глухой, к тому же. Так, как пригнуться, там, не знаю. Фонарика нет, ничего не видно. Это стенка. Скрытность.
красться. Неудобно, правда, нихера нажимать Ctrl. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Ты меня не видел. Я тебя... Бляха, это что? Вау, классно. Так, это что, это что, это дверь? Это дверь. Как дверь открыть? Чел! Или мне надо туда? Блин, я туда не хочу, там этот... Здоровяк кромсает кого-то. Ёперный театр. Мы сейчас сделаем харакири себе, я чувствую. Слушай, он слепой, как моя жопа, извиняюсь. Так, что? Пробел? Что пробел? Где пробел? Нам сейчас пипец будет. Там был какой-то пробел, я что-то не поняла, что-то там было. Так, надо поставить себе таймер, что ли, а то я, блин, чувствую это надолго. Жесть. Танцы со смертью. Сразу жопу подставил, как бы знает уже, что его ожидает. Там, где там пробел был? Пробел подобрать. Что подобрать? Связку ключей. Была найдена в подвале психотерапии. Ага, окей. Теперь надо быстро Есть контакт. Все, давай. А бегать ты можешь? Нет, он бегать нихера не может вообще. Так, давай. Пробел. Это типа использованные ключи, да? Слушайте, мне аж все зачесалось. Ужас, я тебе так скажу. Контрольной точкой. Так все темно, так все. Короче, шум такой на экране белый. Че это? Я чувствую, мне сейчас придется бежать, да, как-то? Прям вообще фигарить так, чтобы просто жесть. Давай, дружище. Я тебя умоляю, просто... Он ему что, ногу отрезал? Не? Не, порезал, просто порезал. Ёпарасетет, откуда у него тут такие технологии? Смотреть, что смотреть-то? Йо-йо-йо-йо-йо-йо! Что это за шняга? Просто огромный чан с кровью и мясом. Мечта мясника, блин. Лезть вверх, давай. Было бы неплохо, я тебе скажу, вылезть наверх. Не, я, конечно, все понимаю, там страшилка, да? Но это жесть какая-то. Ты же лезть вниз? Зачем лезть вниз? Или там что-то может валяться?
Ладно, короче, неважно. Если мы сейчас сможем отсюда выйти как-то, если нам не понадобятся какие-то ключи, которые на дне этой кровяги лежат, то значит все нормально. Я просто Нострадамус, блин. О! А вот и начались мои любимые лаги. Не прошло и там сколько, короче, не прошло и чуть-чуть. Даже замена термопасты ни хрена не помогла. Ну ладно, ничего, я вынула шнур питания, посмотрим. А я могу туда упасть? Прикинь, он не хочет падать, он такой парень. Просто так не жертвует собой, знаете ли. Так, где-то мы здесь должны найти, я так понимаю, этого самого... Ключи где-то мы должны найти. Где тут что-то можно найти, я, конечно, не очень понимаю. Наверное, в одном из этих трупарей, которые тут плавают. Либо просто на дне, или вообще в середине, или вот тут что-то светлое. Не? Интересно, девки пляшут. У меня инвентаря никакого нету, да? Блин, прикинь, у него порез, а он... Ой-ой! Трупарь плавает. Мне просто подсказки не было, ты прикинь. Гребаный экибастос. Ладно. Значит, привыкаем тыкать пробел уже без подсказок, без всяких напоминаний. Просто. Ой, что за дерьмо опять. Я так понимаю, какая-то канализация. Так, тут дверь. А здесь у нас какой-то инвалидус на коляске. Труп. Тут какой-то книжко. Книжко. Старая записка из канализации. За запертыми воротами. В дальнем конце канализации находится лестница, по которой можно подняться в старое крыло. Если сможешь пробраться туда, найдешь лифт, который вывезет тебя наружу. Ты сможешь бежать и, возможно, выжить. Р. Запертые ворота в дальнем конце канализации. Привет, друг. Пока, друг. Вот эти, что ли, да, ворота? Я так понимаю, мне надо... Интересно, здесь очень сильно линейный сюжет или не линейный? Потому что там была дверь, тут двери какие-то. Я не знаю, в чем прикол. Какие-то провода. Лестница. Ни черта не видно, блин. Все темно, как в попе. Ладно, а что если это... Сначала все-таки попробовать открытую дверь, но что-то мне подсказывает, что она будет закрытая. Бесполезная комната, зачем я сюда пришла? Ладно, пофиг.
Итак, куда мы там вылезли? Какая-то клетка, офис. Клетка-офис. Тут какая-то бумажка валяется. Записка из бойлерной. Проверка системы, результат положительный, синхронизация мозговых волн подтверждена, потери минимальны, продолжаю эксперимент, агент собирает данные. Возникла аномалия. Не с подопытным, синографистка сказала, что ей нехорошо, и по неизвестной причине впала в кому. Врач приказывает, это персонал жалуется на тошноту, люди один с другим падают в обморок. Те, кто еще может передвигаться, ходят, хотят бежать из больницы, но почему-то не могут. Система СТН должна была отключить, однако мозговые волны подопытных все еще связаны с сервером. Он появился, тот человек. Это тот, который в капюшоне и с ножиком, да? Так, что ты выпрямись. Появился тот человек. Человек. Какой-то пульт. Чек. Секрет. Чек-секрет. Нифига не видно, так темно. Просто жесть. Страшные помещения такие. Нам надо ногу перебинтовать, просто срочно промыть и перебинтовать. Иначе я буду так всю игру, это, вернее, к концу игры у него нога, короче, загноится и отвалится. Я вообще буду... Это... Кого удерживать? Удерживать? Удерживай. Удерживай, конечно, удерживай, правда. Чего удерживать? Чё, удержи? Что-то ничего не понимаю, что происходит? Любимый шкафчик! Что за монстр? Ой! Упс! Упс, а вот и первая смерть. Это манекены страшные. Ну, понятно, короче, теперь нам тоже надо будет... Я так понимаю, опять нам надо будет, короче говоря, прятаться в этих шкафчиках во всяких там, ползать, стелситься там, я не знаю, чуть-чуть только не делать. Короче, все ясно с этой игрой. Ну, по шкафчикам прятаться мне абсолютно не вновь. Я уже это делала очень много раз. Вообще, зачем что-то удерживать? Как бы мне это ни хера не поможет. Мне надо, наверное, куда-то идти. Так, подождите-ка. Подождите, если там закрыто, а куда мне деваться? Лучше спрятаться, а он меня все равно видит. Или он меня тогда заметил? Да, он меня тогда просто заметил. Скорее всего. Че же он все громит так, а? Ну не громи ты так все, ну не надо, ну че ты? Имущество-то это самое портишь. Свалил бы ты отсюда, петушок. Ой. Так, он ушел, походу, да? Что делать? Где искать ключ?
Беда. Где найти ключ? Ой, он идет, по-моему, да? Блин, как я ненавижу это, черт побери. Это реально самый натуральный Outlast, блин. Это его продолжение. Он где-то там бродит, как мне... Это самое... Он там стоит. Он пойдет или не пойдет еще? Куда-то. Блин, что ж делать-то, а? Ой, не. Так. Сваливаем. Да я в курсе. Ой. О, нет, нет. Где же мне взять-то этот ключ сраный? Так, подождите-ка. Ой. 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 Прячемся. У-ху! Yeah, baby, yeah. Мы его надурили. Ой-ой-ой, не. Где ключ взять? Что делать? Черт побери, нахрен. Че подобрать? Детка! Ясно. Если вот так за ящиками стоять, короче, непалевно вот так вот. По-моему, можно бутылку взять. Отвлечь его можно по-любому. О. Shit. Чё, заметил, что ли? Да ладно, ты чё, прикалываешься? Нет, он не мог меня заметить. Какого фига? Меня не видел, иди нахер отсюда. Ну что такое, почему так? Ну что же, что, в чем проблема, черт побери. Ой. Нет, черт побери. Я поняла, все, давай, ты меня раскромсал.
Опа, опа, опа. Давай, куда-нибудь иди. Так, он... О, о, супер, супер, супер. Он пошел куда-то. Давай, 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 детка, 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 детка. Давай, 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 давай. Так. Че тут? А, тут еще одна бутылка. Так, тихо, тихо, тихо. А тут у нас чего? Ой-ой! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой. В чем проблема, я не понимаю. Блин, беда. Ой, боже мой. Ой, боже мой. Нет. Что за хрень? Ты меня не видел. Ты меня не видел, я тебе говорю, ты меня не видел. Оба, нет. Только не заходи сюда, я тебя умоляю. Говнюк. Я тебе говорю, говнюк. Какого фига ты меня увидел? Куда мне идти вообще, я не понимаю. Начинается, короче. Мне даже уже не страшно, мне просто бесит, что я не могу пройти эту хрень. Юпи, давай-давай-давай, детка. Надеюсь, я никаких ключей там не напропускала, да? Давай, детка, я тебя умоляю. Контрольную точку. Есть контакт, есть контакт, есть контакт. Так, что теперь? Вообще. Ну это просто, просто вылитый Outlast, просто. Давай, 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 давай.
Ну вообще, ну просто вылитый от вас эти игры. Классно, мы сейчас на другой этаж приедем, а там, небось, будет еще какой-нибудь другой мутант, который будет за нами охотиться. Find myself within. О, только сейчас титры пошли. Вступительный. Итару Якояма какая-то. Японец, что ли, какой-нибудь. Что-то типа того. О, я так понимаю, это будет просто нечто ужасное. Потому что эти японцы, эти всякие такие азиаты, они придумывают просто адские вещи. The evil within. Наш герой понял, что он находится на данный момент в глубочайшем анусе. Так, я так понимаю, это пациенты валяются. Что ты делаешь, дурак? Что он делает? Так надо? Что происходит? Я ничего не жму. Что с тобой, алло? Алло, ку-ку. Это как, знаете, был этот план эвакуации. Я не знаю, что с ним случилось. Но мне подсказывает, что это какой-то лаг, потому что так не должно быть. Да ладно!